Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафер Тритройки и... И Ревенант. Привет, друзья. И мы с вами проходим игру на сборке Brutality Project 3. Одноуровневый ват. Jade Earth. Итак, ну, поехали. На уровне сложности Trolley Nightmare. Это я сам придумал. Warning. Armor compromised. А он не должен целиться, что ли? На редпик должен. Так, давайте сейчас, секунду, зайдем, посмотрим. Customize controls, да? Action. Secondary fire, left trigger. О, хера, left trigger не стоит. Да. Все, заебись. Изменили, конечно, звук у винтовки. Прям вот слышно. Главное, чтобы тебя было слышно. Да, меня-то слышно. Блядь, заебали. А вот самое единственное, чем мы с тобой настройки звук не взглянули. Да, давайте, кстати, зайдем. Просто не ходи. Немножко этот... Ну вот обычно мастер воли у меня всегда наполовину стоит всегда. Ну, общий это... звук. Ну смотри сам как. Да, на 0,60 поставим. Что это, блядь, за звуки? А тут еще динамическая музыка. Заебись. Это динамическая музыка. Или это так просто получилось, то что я подошел, музыка. Нет, ну, там ребята ходят, сидят, блядь, на панике. Attack! Нормально. Так, давайте сейф. Не добить. Джей, да? Earth. Ну, земля по-английски. Earth. Наоборот. Наоборот. Собс. Во. Так, давайте так сделаем. Warning, ammunition critical. Отлично, блядь. Ну критикал, не прям критикал, а так. Близко. А, они там друг друга молотят. Так, давайте пистолетик посмотрим. Ах, сука, блядь. Ладно, не будем меня стрелять. Они ж по потолкам не слазят, точно. Да, ладно. Ладно, просто надо было посмотреть, что есть творится еще. Понятно. Хуй знает, с какой стороны. Сади. Тут гранат такой сердечение без как утратить. Ну блин. Это прям за спиной, что ли? А, это здесь открылось, я чуть не понял. Понятно. Импы здесь немного другие, они вот рогатые какие-то. И это просто одна из разновидностей. Стандартные импы также бегают. И стандартные, но дарк импы, они будут только на высоком тире бегать, а его тут не будет. Там их применяли. Как-то стрёмно бегать. Так, что у нас здесь? Так, ладно, возьмем.
тупой. А, вот так вот, да? Накроется, ладно. Во многих действиях обратно как он не вернешься. Если что-то не знаешь, как достать, то обратно как бы не вернешься уже. А, здесь вот так вот, да? Тут... Типа того, да. Ну, явно это секрет. Не уверен, что эта дверь обратно откроется, да. Но это секрет, типа, да. Ого! Прикольно. Сколько там патронов-то? Как пистолет. Чё? Да ладно. Так он же мощнее вроде бы. Мощнее, да. Но патрон от него пистолет. Понятно. Бля, подождите, ёбаный в рот. Что-то он тоже, блин, растерял. А, вот это обычно. Это давненько не играл. Не тратить, и тут килограммы давать не буду. Если ты будешь мазать. При этом уровень просто огромный, да? Ну да, уровень большой. 1000 врагов. 1100. Нет, даже тут в статус-баре все просто 3 девятки, это максимальное число, он больше не покажет. Угу. А он весь коридорный такой, да? Без открытых пространств? Нет, нет, с открытыми пространствами. Тут всякие разные. Суки. Ого, блин, здесь шарики точно. Тут, да, тут шарики. Бля, я подумал, что это труп вообще. Ёб твою мать. Да, вот, наверное, два раза больше патронов. Ну, так, да. Обычный пистолет, походу. Так, если я спущусь, я не понимаю. Давайте аптеку возьмем. Бля, там кто-то ходит, а? На перезарядку нажал он тут. А он не хочет перезарядить, значит, полный. Глюк. Блять. Чё за глюк-то, я не знаю. Блять. Сейчас он нахрен. Блин, надо это, знаешь, что поставить, чтобы он, ну, не просто кнопку зажимать, а этот как в каком?
А чтобы держать, чтобы нажал и автоматически держал. Я у меня просто привычка уже, я прошу так. Это, по-моему. Вот, все. Дальше. Что я не знаю. А я, кстати, быстро привык. Как на кнопке удержания привык. Тогда работает. Блять. Какого хрена? Аккуратненько надо тебе ходить, аккуратненько. Блять, тоже ни хера не видно этих тварей. Ой. Твою мать. Ну, говорю, конечно, небольшой с лидером. Интерфейс гигант открывается, когда ты берешь пистолет обыкновенно, убираешь сразу слева, у тебя не видно вообще список оружия, какой у тебя есть, пропадает. Никак не обновятся. Суки, а? Это чё, блин, за звук? Это секрет. Чё-чё гейгера. Радиация. Бля, чё так быстро бегает? Это норма. Блять, короче, какая шляпа. Да, аккуратненько надо. Да пиздец. Это у тебя не ребята из Брутл, это из Брутл Пака. Другие ребята, они запачканы. Тебе прямо от души зарядят по мордам. Вообще пипец, просто снимает. Надо просто резко делать. Как три патрона. Ну да, такими темпами как через год пройдет. У тебя топор есть. Да, ты про него просто забываешь, что ли? А я его не забываю. Смотри, когда патрон мало, у меня сразу первый мысль топор в голове. И просто попасть не может кому-то. Блядь, еще и это подписался. Захарчил. Ебать. Ну все, пока привыкнешь. Ну 20 пройдет. Прежде чем насчет байтиться на какую-то херню лежать, что-то сначала смотри за угол. Чтобы тебе дробь в ухо не прилетела.
сука. Что, блин, такое? Мертвый, что ли? Нет, не получается просто попасть. Не получается. Потерял тебя. Блять, задел его, сука. Пусть сюда приедет. Видишь, пока он сам через дверь откроет, да? Так, я вот как вот этих вот я забыл убивать. Ну либо выжидать момент, когда у него башка пока тактического чита, либо попробовать убить его в пару. Зарубил. Ой, бля. Прям вот когда вижу такой топор, я прям так, такое ощущение, как текстуру из Блада. Да, что-то есть такое. А, ни хрена, с первого раза. Иногда. Лучше потом отрасти.
друг дружке. В кого они стреляют? Не по стенам же. Да, понятно, кого они стреляли. Так, сейчас. Блять, заебись попал. Блять, с топором. Патронов мало очень. Здесь кучи монстров такой нету, да, я так понимаю, здесь так. Какой куча именно? Мясо, чтобы было вообще. Может быть. Двое, что ли, было? Блять, а ну трое, ёбаный в рот. Жалко, оружия мало. Патрон, в смысле? Life signs critical. Да заебало. Life signs critical. Блять, сука, выстрелил. Сука. Ну не крякнул. Я же подкрутил. В смысле подкрутил? Ну сложно сам, в параметрах. Она разночение попроще была. А стоило. Ну ты все это время подкрученный играл. И тебе предыдущего тоже подкрученный играл. Стоило. Блять, 141. Что за толчок? Толчок, походу. Какой-то коридор сохраняется прочно. Ну как еще? Твою мать, а сука. Прям видишь, руби пока, блядь, от него крутики полетят. Вот так вот, да. Он тут раз ударил, проверил. Умер, не умер, он тебя грызет уже. Твою мать. Блин, ну, конечно, пиздец, блин, попал. Ой-ой, как далеко. Почти, да. Блять, ладно. Жалко, этого нету дробовика. Что-то музыка здесь как-то меняется.
Точки. Трудно. Блять, я думал, я подумал, он там внутри кинул. Нет, я просто смотрю, граната Катя, раз под ноги залетела. Speak to me!
вообще стреляет? По-моему, укрепил. Не, я так... у него просто, ему просто отдача сделать давно уже. Когда ребаланс для оружия. А, Chainsaw! The Great Communicator! Их тут двое, что ли? Нет, он просто напоминает дюка какого-то, вот по коридорам просто хожу. Ну, не вся конструкция такая. Так, что тут, блядь? Мэй, ты понял, куда ты вернулся? Начало? Ну вот, где-то спустился потом на воде в канализацию. Вот и вернулся. Все прошло. РТС, открывай. Заебись. Прям в кузо, блядь. Сдулся прям. Какой-то топор такой делал, кстати. А, да пора больше. Заебись, ответил. Ты не забываешь, что он сразу оружие новое берет. Понятно. А вот топор. Да, все. А, дверь раздавил топор. Тебя прямо около манкуса решетка отполз. Нету этого. Ну пока рюкзака нету. Пока что. Как только появится, конечно, расширится, но пока его нету. Иди, чтобы это самое без тут патроны перейти. А вон еще пулемет лежит. Подарок. Ха-ха-ха!
выскочил на последнем издыхании, блин. Я больше не вернусь, как он был, да? Что, ты придешь, наверное? А вот и рюкзак. Отсюда я больше не выйду. Запекся. Бля, гранатомета нет, нихуя нету. Пара гранат есть, можно как все, чтобы тебе в помощь сыграли. Раз пара гранат уже. Грамотно кидайте. Только просто кидай это в те части, чтобы было чисто, когда ты в одной из половин спрячешься. Я никуда не убежу. Это прям либо слева, либо справа. И удаленные вот, которые там самые удаленные будут две. Бля, это быстро заканчивается просто. Пизда. Да, я уже понял. Пол лица себя оторвал. Life signs lost. System shutting down. Сразу кидай гранату справа и гранату слева, чтобы тебе вот оттуда не связи стали. А ты кидаешь второй гранате, ты второй гранат вообще в другую кучу. Справа и слева прям по гранате, дай.
друг против друга херачит. Они типа друг друга херачат, урон не надо, если одна типа на интер. А вот разносильцы, да, могут друг друга лупить. Сжечь просто-напросто. Вот и патроны сразу появились. Ну они хотя бы не гиперскоростные. Давай. System shutting down. Ты хоть сохранился это? Нет. Там? Ну, нет, да. Сохранился. Не, ну это здесь тут. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 3 Тройки на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч.